Существует множество способов преображения интерьера. Самый простой и быстрый – использовать для этой цели текстиль. Шторы не только защищают от летнего солнца, они могут быть стильным украшением окна. Фактурная тюль в пол зимой придаст комнате теплую атмосферу. Кроме того, это защита вашего жилища от посторонних взглядов. Огромный выбор самых разнообразных тканей не должен вас пугать. Профессиональные дизайнеры помогут сделать выбор и завершить создание неповторимого интерьера вашего дома. Конечно, не один, а больше эскизов делаем, да, чтобы, конечно, был какой-то выбор. И, конечно, когда клиент уже выбрал, делаем уже подсчеты и делаем заказ. Нашу творческую фантазию, в принципе, ограничивает, наверное, финансовая сторона клиента. Это очень тонкая работа, потому что нужно почувствовать самого клиента, скажем так, и его интерьер, и то, что ему, конечно, нравится, да, и предлагаешь уже ту идею и те ткани, которые уже ему самому нравятся, да, он уже не ищет ничего другого. Самостоятельно воплощать в жизнь свои идеи вам может не хватить знания и опыта. Пригласив же специалиста по текстильному дизайну, вы сэкономите время и получите гарантированный результат. В назначенное вами время дизайнер выезжает на объект и производит профессиональные замеры. Исходя из ваших пожеланий, он начинает работать над дизайн-проектом. Эскизы различных вариантов оформления окна дизайнер согласовывает с вами. Красивыми шторами на окнах не исчерпываются возможности текстильного дизайна. Созданию целостного эстетического впечатления будет служить единое художественное решение покрывал, балдахинов, подушек, мебельных чехлов, скатерти и салфеток. Работаем с тканями, подушки, покрывала. То же самое, что ему и нужно. Все наши швеи выполняют, вся работа выполнима, потому что очень профессионально работают. После окончательного согласования проекта и его стоимости дизайнер отправляет заказ в производство. Помимо штор, можно заказать пошив всех видов текстильных изделий для интерьера – ламбрекенов, покрывал, подушек любой степени сложности. Заказы выполняются в цехе, где работают профессиональные швеи и закройщики с большим опытом работы. Пошивом руководит мастер, технолог, который может разрабатывать технологию пошива изделий любой сложности. Все работы выполняются на профессиональном оборудовании. Стоимость пошива рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от сложности изделия, качества ткани и срока выполнения заказа. Расчет стоимости по пошиву могут произвести дизайнеры или продавцы-консультанты в любом из магазинов компании. Срок выполнения заказа – 7 дней. Любая необходимая вам ткань у дизайнера всегда под рукой. После изготовления вашего заказа в удобное для вас время он будет доставлен прямо на дом. Специалисты компании осуществляют также развешивание и драпировку штор, установку и монтаж карнизов и жалюзи. Монтажные работы проводятся профессиональным инструментом с соблюдением всех технологических требований. Салон текстильного дизайна и сеть специализированных магазинов – единый бизнес. Прямые поставки текстильной продукции широким ассортиментом по дизайну, цветам и размерам в конечном счете сокращает стоимость заказа для покупателя. Поэтому диапазон цен начинается от самых экономичных предложений. Ткани предлагаем разные, начиная с классики, модерн, можем мешать разные стили и направления, да, скажем так, ограничений нет. Все только зависит от фантазии дизайнера. Аксессуары тоже предлагаем, и штанги, и тродули, и кисточки, и шнуры, скажем так, разные аксессуары есть. Я думаю, клиент найдет на свой вкус и выбор именно то, что ему понравится. Если вы желаете освоить профессию дизайнера, обратите внимание на предложение фирмы о проведении курсов по дизайну штор. Обучение на курсах проводят активно работающие дизайнеры с многолетним опытом работы в дизайне интерьера и текстиля. На курсах можно научиться, как мерить окно правильно, как делать подсчеты и, конечно, скажем так, как лучше, что вот сам клиент, то, что больше не умеет, конечно, это делать ламбрекены, подсчеты. И ему, скажем так, на наших курсах научат, как делать правильно подсчеты на самых сложных вот этапах штор. Изначально это, конечно, будет что-то очень легкое, да, для начала, чтобы себя проверить. А потом, конечно, если человек чувствует, что он может уже дальше себя развивать, конечно, нужно себя пробовать дальше, развиваться нужно. Заказать любую из предложенных услуг можно как по телефону, связавшись с одним из дизайнеров фирмы, так и непосредственно в магазинах фирмы. Получить подробную информацию об ассортименте, а также осуществить покупку или связаться с дизайнерами можно, не выходя из дома, через интернет.